Иди Курбон, праздник жертвоприношения, мусульмане в этом году отмечают 24 сентября. Дату религиозного праздника определил Совет улемов Исламского центра Таджикистана. Иди Курбон традиционно начинается с праздничного намаза во всех соборных мечетях. В этот день верующих во всех мечетях больше, чем обычно. Каждый житель вместе с единоверцами стремится постичь радость величественного праздника. В своих молитвах они возносят хвалу Всевышнему и благодарят Его за все, что имеют. Один из самых почитаемых религиозных праздников у всех мусульман – Иди Курбон – отмечается через 70 дней после окончания месяца Рамазана. Праздник Иди Курбон верующие надевают чистые нарядные одежды, посещают мечеть, режут жертвенного барашка или теленка, раздают мясо бедным. Часть мяса отдают родственникам, а из части готовят праздничное угощение. После намаза верующие посещают могилы родных, молятся за успокоение души усопших и приводят в порядок могилы. После этого идут в гости друг к другу. Женщины с утра заняты приготовлением различных блюд и сладостей для праздничного дастархана. Первым с праздником хозяйки поздравляют детей, одаривая их сладостями и крашенными яйцами. За ними и взрослые приходят в гости. В праздничный день двери всех домов мусульман распахнуты для гостей. Согласно закону Республики Таджикистан о праздничных днях, праздник Иди Курбон объявлен выходным днем. В этом году Таджикистан будет отдыхать только один день – 24 сентября.